Телеканал 24 КИЗ продолжает следить за ситуацией в стране, информировать о сложной паводковой ситуации в нескольких регионах республики. Мы вновь в эфире. Здравствуйте. И сейчас брифинг службы центральных коммуникаций, где представители Министерства обороны расскажут об участии вооруженных сил в противопаводковых мероприятиях. Махпал, вам слово. Армыстар, құрметті әріптестер, құрметті көрермен, республикалық ақпараттық штаб өз жұмысын тікелей эфирде әрі қарай жалғастырады. Қарулы күштердің су тасқына қарсы іс-шараларға қатысу туралы қорғаныс министрлігінің ресми өкілі Жангулин Руслан тікелей эфирде бізге қазір толығырақ айтып беретін болады. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые телезрители. Республиканский информационный штаб продолжает свою работу в прямом эфире. Об участии вооруженных сил в противопаводковых мероприятиях нам расскажет официальный представитель Министерства обороны Жангулин Руслан. Руслан Мырза, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет. Қайырлы күн, құрметті қауым. Қазақстан Республикасының қарулы күштерінің жеке құрамы су тасқынына қарсы жұмыстарды әрі қарай да белсенді түрде жалғастыру үстінде. Өткен тәулікте біздің жеке құрам 884 адам осы құтқару жұмыстарына бөлінді. Оның ішінде бізден 46 бірлік әскери техника, 4 бірлік тікұшақ және де бір әскери көліктік ұшақ құтқару жұмыстарына жұмылдырылды. Жалпы саны авиация жеке құраммен 74 адам эвакуацияланып тасымалданды. 7 және тікұшақпен 7 рейс және де әскери көліктік ұшақпен 2 рейс ұйымдастырылды. Ми-8 тікұшағының көмегімен 5 адам эвакуацияланды. Си-295 ұшағымен 33 адам апаттық аймақтарға тасымалданды. Жалпы мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша қосымша қарулы күштерден апаттық аймақтардың құтқару жұмыстарына 300-ге тарта жеке құрам және де 32 бірлік әскери техника жұмылдырылып отыр. Олардың дені қазіргі кезде Атырау облысының Құлсары қаласының аумағында жұмыстарды жүргізуде. Негізгі мақсат осы халықты эвакуациялау және де апаттық аймақтарда құмдарды дайындап төсеу жұмыстарын ұйымдастыру. Одан бөлек біздің қарулы күштердің аумақтық қорғаныс бригадалары қазіргі уақытта Қостанай облысында, солтүстік Қазақстан облысында және де батыс Қазақстан облысында апаттық құтқару жұмыстарын жүргізу үстінде. Ақтөбе қаласындағы әуе қорғанысы күштерінің әскери институтының жеке құрамы 167 жеке құрамын бөлі отырып Қарғалы өзенінің маңында құмдарды дайындау жұмыстарын ұйымдастырылды. Одан бөлек кешегі күні қарулы күштердің Қонаев гарнизонынан әскери инженерлер құрамы Ақтөбе облысының ойыл аумағына келді. Негізгі мақсат осы паром өткелдері арқылы орналастырып, халықты эвакуациялау жұмыстарын жүргізу. Қазіргі уақытта осы аумақтан 150 азамат эвакуацияланды, жалпы саны 3 тонна гуманитарлық көмек тасымалданды. Жалпы егер 27 наурыз бен 6 сәуір аралығында айтатын болса, қарулы күштерден 2000-нан астам жеке құрам құтқару жұмыстарына жұмылдырылды. Олардың ішінде 105 бірлік әскери техника, 15 бірлік тікұшақ және де 4 бірлік ұшақтарымыз құтқару жұмыстарына жұмылдырылды. Бүгінгі күні қарулы күштер құтқару жұмыстарын әрі қарай да апаттық аймақтарда жалғастыруда. Негізгі бүгінгі күнге келіп отырған тапсырмалар бұл халықтарды апаттық аймақтардан эвакуациялау және де қарулы күштердің батыс Қазақстандағы батыс өңірлік қолбасшылығының жеке құрамы Құлсары қаласының маңында құтқару жұмыстарына жұмылдырылып отыр. Одан бөлек Жем өзенінің бойында жарылыс жұмыстарын ұйымдастырып, оның арнасын кеңейту мақсатында жарылыс жұмыстары ұйымдастырылып жатыр. Уважаемые телезрители,
Мы продолжаем, личный состав вооруженных сил Республики Казахстан продолжает участие в противопадковых мероприятиях. 6 апреля во время проведения мероприятий всего из личного состава вооруженных сил было выделено 884 военнослужащих, 46 единиц военной техники, 4 единицы вертолета, а также 1 единица самолета. Авиации перевезено всего 74 человека. Совершено 7 вертолетов вылетов и 2 самолета вылета. Проведена и заготовка и укладка 25 тысяч мешков с песком. Вертолетами Ми-8 эвакуировано 5 человек, среди них 1 ребенок. Самолетом Си-295 перевезено 33 человека, в том числе 6 лодок и техническое имущество. Личным составом регионального командования Запад вооруженных сил в количестве 64 человека в городе Кульсара Атырауской области проведены работы по заготовке 7500 мешков с песком и укреплению периметра поселков. Подрывной командой регионального командования Запад осуществлен один подрыв для расширения русла реки Жем. Региональное командование «Запад» в количестве 52 человека от воинской части 99-116 в городе Кульсара Атырауской области проведены работы по заготовке 2000 мешков с песком. Личные составы бригады территориальной обороны на данный момент проводят работу в Костанайской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях. Военный институт сил воздушной обороны в количестве 167 человек в районе набережной реки Каргалы проведены работы по заготовке мешков с песком для укрепления русла реки Каргала. В соответствии с указанием президента Республики Казахстан, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами, дополнительно выделен личный состав в количестве 300 человек от воинских частей регионального командования «Запад». На данный момент личный состав и 32 единицы военной техники находятся в городе Кульсары для проведения работ по заготовке мешков с песком. Личным всего, если брать с 27 марта по 6 апреля, личным составом вооруженных сил всего задействовано более 2000 военнослужащих, 105 единиц военной техники, 15 единиц вертолетов и 4 единицы самолета. Личным составом всего эвакуировано из зон стихийного бедствия более 2000 человек, из них 625 детей. Совершено 296 вертолета вылетов и 7 самолета вылетов. Перевезено гуманитарного груза 79 тысяч килограммов. Осуществлена эвакуация людей из зон затопления в Костанайской, Абайской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областях. Проведена заготовка и укладка всего 79 тонн мешков с песком. Совершено 96 машинорейсов и перевозка 200 тонн песка. В целях расширения русла реки Жем подрывной командой регионального командования «Запад» осуществлено 3 подрыва в 30 километрах от города Кульсары Атырауской области. На станции Мангышлак Мангыстауской области железнодорожный состав погружено 20 тонн гуманитарного груза. Для обеспечения жизнедеятельности личным составом регионального командования «Восток» на реке Орда установлено 2 пролета моста. С целью недопущения мародерства личного имущества жильцов, покинувших свои дома из зон подтопления, в населенных пунктах Кирпичный, Акжар, Акшат, Актюбинской области курсантами Военного института сил воздушной обороны с 30 марта по 3 апреля организовано патрулирование. По поручению президента на данный момент в Актюбинскую область, в район ОИЛ, прибыло военные инженеры. Они на данный момент эвакуировали 150 человек, а также более 3 тонн гуманитарного груза. Понтонный мост предназначен для осуществления передислокации наших граждан, личного состава, техники, а также гуманитарной помощи. На сегодняшний день личный состав вооруженных сил продолжает противопаводковые мероприятия.
Көп рахмет, Руслан Мырза. Құрметті әріптестер, құрметті көрермен, әзірге айтарымыз осы. Бірнеше минуттардан кейін қайта тікелей эфирде. Спасибо. Вы смотрели брифинг службы центральных коммуникаций, где официальный представитель Министерства обороны страны Руслан Жангулин рассказал об участии вооруженных сил в противопаводковых мероприятиях. И в продолжении темы бойцы Нацгвардии МВД эвакуируют людей и животных из зоны стихийного бедствия, доставляют гуманитарную помощь в эвакопункты, оповещают жителей об эвакуации. Чтобы не допустить мародерства, вместе с полицейскими патрулируют охваченные половодьем улицы, проводят берегоукрепительные работы, отвод воды и очистку каналов. Еще 60 татарауских военнослужащих участвуют в противопаводковых мероприятиях. Помогают жителям выносить из отопляемых домов мебель, личные вещи и домашних питомцев. Гвардейцам удалось заблокировать особо опасные участки от затопа, в том числе детский сад и рынок. Военные из Актау развернули в Бенеу две полевые кухни, чтобы приготовить еду эвакуированным из Кульсары. Город Тобол и областной центр Кустанайская воинская часть отправила 135 военнослужащих. Они грузят гумпомощь, проводят берегоукрепительные работы и заготовку мешкотары. Около 400 военнослужащих из Актобе совместно с полицией охраняют затопленные поселки от мародеров. С начала паводков привлекли больше 1500 военнослужащих, 70 единиц авиа и автомобильной техники Нацгвардии. Костанай, Тобол вышел из берегов. На въезде и выезде из города наблюдаются большие пробки. Транспортный коллапс образовался из-за того, что два из трех мостов через реку Тобол закрыты. Наш корреспондент Динара Абдирова находится там. Динар, здравствуйте. Какова ситуация? Здравствуйте, Динара. Я сейчас стою как раз-таки на центральном мосту. Его называют Большой мост. Именно он связывает Кустанай и Кустанайский район. Как вы видите, здесь образовались большие пробки при въезде и при выезде. Это все из-за того, что два моста, это Корейский и мост на Кожубе, был закрыт накануне из-за риска подтопления. И, конечно же, угрозы для самих водителей и жителей. Сейчас движение по центральному мосту открыто закрыто только для грузового транспорта, а для других видов оно уже открыто. Но из-за пробок сейчас люди очень много стоят на дороге, оставляют свои машины и идут пешком. Вы можете заметить, что вот за моей спиной они как раз-таки и оставляя машины, передвигаются. Я отмечу, что есть такая же вероятность, что и этот мост могут закрыть. Я хочу показать реку Тобол. Закрыть, потому что все еще вода продолжает поступать и есть риск перелива. И, как вы видите, уже Тобол вышел из-за берегов и из-за этого даже затопил супермаркет, который находится вдоль Большого моста. Мы его сейчас не покажем, но позже в выпусках обязательно расскажем. Поэтому сегодня все силы будут брошены на то, чтобы предотвратить перелив и соорудить насыпь. Это сейчас задача номер один. Об этом уже сказал и аким города Марат Жундубаев. Кроме торгового дома, также затопило и теннисный центр, базу отдыха и три садоводческих общества. Сейчас департамент полиции просит убедительно жителей Кустанайского района и города просит ограничить движение по центральному мосту, чтобы они не создавали помехи для транспорта аварийных и спасательных служб. Я также отмечу, что вода прибывает, по словам акима города, ситуация пока тяжелая, но стабильная. По области, что касается области, сброс воды из Каратамарского водохранилища уменьшился до 3000 кубометров, а также отмечается снижение притока. Тем временем село Алтынсарино в Кустанайской области из-за ухудшения паводковой ситуации полностью эвакуируют. Спасатели уже начали доставлять жителей в безопасное село. Пока у меня на этом все. Динара, мы будем следить за событием и все рассказывать. Динара, вам слово. Спасибо большое. О паводковой ситуации в Кустанайской области нам рассказала Динара Абдирова. Свыше 800 жилых домов и почти 5000 дач могут попасть в зону подтопления в Северо-Казахстанской области. Паводковая ситуация в регионе сложная. Проводится постоянный мониторинг наполняемости Сергеевского водохранилища. Об этом сообщил зам акима Канат Дутилбаев.
Пока пик перелива не наступил, по прогнозам он может достигнуть 4 метров. Сохраняется угроза подтопления 262 населенных пунктов. Власти ожидают прихода большой воды до областного центра уже через неделю. Наиболее сложная обстановка в 8 из 13 районах. Туда и переброшены дополнительные силы. Почти половина региона все еще покрыта снегом. Спасатели продолжают откачивать воду, проводят противопаводковые мероприятия. Перелив на Сергеевском водохранилище в Северо-Казахстанской области вырос до 335 сантиметров. Всего за 3 дня уровень воды над гребнем достиг показателя 2017 года. Тогда половодье признали самым масштабным за последние десятилетия. Эксперты заявляют, высота перелива может дойти до 4 метров. В Петропавловску большая вода пойдет уже через неделю. Проверить готовность региона к паводку прибыл первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр. Он посетил дамбы областного центра и пригородных сел. Поручил усилить группировки для проведения противопаводковых мероприятий. Дополнительно мобилизуем все строительные компании, все дорожно-строительные компании. Временно приостановим их работу на их объектах и будем проводить работы по усилению противопаводковых мероприятий. Ситуация достаточно сложная, но находится под контролем. Сейчас времени у нас совсем мало осталось, однако до прихода большой воды, не за 8 дней, а примерно за 3-4 дня, планируем эти работы все завершить. В Акмолинской области сохраняется угроза разлива рек Жабай, Нура, Есель и Калуутон. Для предотвращения риска на 64 участках проводятся взрывные работы льда. В Кокшетау наблюдается повышение уровня воды в реке Хлышахта. Ведутся работы по укреплению берегов. По словам заместителя акима Акмолинской области, приняты все необходимые меры по снижению риска подтоплений. Сонмен Катар. Дополнительно возведены защитные насыпи протяженностью 32 километра. В том числе в пригородной зоне Астаны установлено более 16 километров. Укреплена 18-километровая набережная водоемов. Для расчета ущерба создана комиссия. Он будет возмещен в кратчайшие сроки. По-прежнему из Астанинского водохранилища пропускается 350 кубометров воды в секунду. К борьбе с наводнениями привлечено 2500 людей. Более 1000 единиц техники, мотопомп и плавсредств. Больше 70 тысяч человек эвакуированы в безопасные места с начала паводка в стране. В пунктах временного размещения остаются 14 тысяч казахстанцев, половина из них – дети. В аварийно-спасательных работах задействованы 12,5 тысяч спасателей, военных и госслужащих, 1300 единиц техники и 7 воздушных судов. Откачано больше 7,5 миллионов кубометров талой воды, уложено 950 тысяч мешкатар. Подтопленными остаются 3686 жилых домов и больше 500 придворовых территорий. На контроле республиканского оперативного штаба находятся Атрауская, Актюбинская, Акмолинская, Костанайская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская и Павлодарская областей. Около 700 военнослужащих из Мангыстауской области прибыли в Атыраускую область для борьбы с паводком. Силы направили в Жилойский район. Здесь идет работа по отводу воды в другое русло. Также продолжается эвакуация граждан. По последним данным, в безопасные места уже эвакуировали больше 28 тысяч человек. О текущей ситуации в регионе расскажет заместитель начальника ДЧС Алмаз Тулендин. Он выходит с нами на прямую связь. Здравствуйте, Алмаз Бронбаевич. Как на текущий момент обстоят дела в области? Есть ли новые угрозы подтопления? Здравствуйте, Динара. В настоящее время на территории Жилойского района города Кустры, Атырауской области, количество подтопленных жилых домов по предварительным расчетам остается также 2680. Полный подсчет по категориям объектов будет проведен после снижения уровня воды. Для ликвидации последствий паводка задействованы силы, средства, местные органы 162 человека, 110 единиц техники, одно плавсредство. Министерство по чрезвычайной ситуации Республики Казахстан 295 человек, личный состав 31 единиц техники, 17 плавсредств и 19 единиц мотопомп. Также привлечены Министерство внутренних дел 118 человек, личный состав 30 единиц техники. Министерство обороны Республики Казахстан 317 военнослужащих, 30 единиц техники. Национальная гвардия 10 единиц техники, 125 военнослужащих. Кроме того, в противопаводковых мероприятиях участвуют волонтеры в количестве 5320 человек.
приданными силами и средствами для дополнительных оказания помощи были направлены силы и средства департамента по Чечне Магисталской и Алматинской области, а также воинских частей Актюбинской, Апаралской и Магисталской областей. Из города Кульсары и населенных пунктов Злойского района Апаралской области эвакуировано в Магисталскую область порядка 14 тысяч человек, которые населены по 19 пунктам временного размещения. Всего по области приведены в готовность для приема эвакуированного населения 201 пункт временного размещения, вместимостью 83 042 человека. Эвакуировано 12 тысяч человек, из них 5348 детей. В пунктах приема населения размещены 7228 человек, из них 4098 детей. Кроме того, в Тингишевроу эвакуировано 86 тысяч человек на 350 автобусах. Часть эвакуированного населения города Кульсары выехали в населенные пункты Магисталской области для размещения по родственникам по собственной инициативе. Всего вложено при проведении противопаводковых мероприятий вложено мешкатов в количестве 160 430 инертного материала 174 397 тонн. Проведена работа по спасению 173 человека, из них 15 детей, эвакуировано домашних животных 216, домашних питомцев 18. Оперативный штаб работает в круглосуточном режиме в настоящее время. Обстановка стабильная. Работаем по откачке талых вод, а также укреплению береговых дамб, насыпи и недопущения большего ущерба. Спасибо большое. Алмаз Бурунбаевич, к сожалению, связь не очень хорошо налажена, есть какие-то помехи. Я напомню, на прямой связи со студией был заместитель начальника ДЧС Атырауской области Алмаз Тулендин. Всего чрезвычайные ситуации местного масштаба объявлены в 10 регионах страны. Такое решение принято акиматами. Режимы ЧС объявлены в области Абай, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Карагандинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях и в области Улутау. Свыше 130 взятых санврачами проб воды не соответствуют гигиеническим нормативам. Об этом сообщили в Минздраве. Всего медики взяли больше 4000 образцов. По республике усилен контроль за объектами водоснабжения, скотомогильниками, септиками и кладбищами. За санитарно-эпидемиологической обстановкой на постоянной основе следят специалисты Министерства здравоохранения, заявил официальный представитель профильного ведомства. Показатель же несоответствующих проб в целом не превышает среднереспубликанский годовой показатель по итогам 2 лет. 84 беременных женщин эвакуировано с момента начала паводка в Казахстане. Об этом на брифинге в СЦК сообщил официальный представитель Минздрава Айгерим Мурзалиева. Тех, у кого приближается срок родов, уже госпитализировали. Только за прошедшие сутки из роддома Кульсары в медорганизации доставлено 12 женщин. В целом в условиях ЧС врачи работают круглосуточно в усиленном режиме, принимают всех нуждающихся в помощи. Всего задействовано порядка 3000 медиков, а в подтопленных районах работает около 300 бригад скорой медицинской помощи. В пунктах временного размещения находится около 1000 детей. Сильные осадки пройдут завтра в центре страны. На юге ожидаются грозы, град и усиление ветра. Подробнее о прогнозе нам готова рассказать официальный представитель Казгидромета Алина Исмагулова. Алин, здравствуйте. Как долго неустойчивый характер погоды будет сохраняться на территории нашей страны? Добрый день. К сожалению, вот предстоящая неделя у нас будет вся дождливая. Сейчас до 9 апреля у нас дожди на западе, это западно-казахстанской и актюбинской области. И далее они начнут смещаться в север и в центр, это Павлодар, Кустанай, Акмолинская, северо-казахстанская область, Караганда, Улытау. И 10-12 у нас сильные дожди будут в восточно-казахстанской и области Абай. А далее у нас, получается, вот он сместится к концу недели, вот эти вот воздушные массы, наполненные обильными осадками, они сместятся к концу недели на восточно-казахстанскую область. Сильные дожди у нас прогнозировали в ночь 7-го в Алматинской области. За сутки выпало 20 миллиметров осадков при норме за месяц 112, это 17%
месячная норма осадков выпала за ночь в Алматинской области. К сожалению, в Алматинской области будет еще сильные осадки. Мы ожидаем их 11 и 12 апреля. Сильные осадки также будут 9 апреля в Туркестанской области, 9 и 11 Жамбылская. 8 апреля у нас центр полностью будет тоже под сильными осадками. Это Улытау области, Карагандинская. Ну, прекращение осадков только прогнозируется, к сожалению, к 11 и 12 апреля. Но для паводковой ситуации это много. Сейчас вот выпущено у нас штормовое предупреждение по области СКО гидрологическое, по Абай восточно-казахстанской области штормовое с 8 по 10 по из-за сильных осадков будет продолжается интенсивное снеготаяние, и у нас получается формирование таловых и склоновых стоков. И также штормовое предупреждение у нас сохраняется гидрологическое по Кустанайской области. Спасибо большое. Алина Исмагулова, официальный представитель КазГидромета, рассказала нам о погоде. И на этом пока все. Следите за развитием событий вместе с нами. До встречи.